Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Проект плана ускоренного социального и экономического развития Тувы до 2025 года на этой неделе будет обсуждаться на уровне первого вице-премьера России Антона Силуанова. Его заместителю председателя правительства представит руководитель рабочей группы, разработавший рабочий вариант мер, министр экономического развития Максим Орешкин. После этого начнется защита проекта в федеральных министерствах и ведомствах. В проект плана включено в общей сложности 224 мероприятия. Среди них 55 являются организационными мерами, а 169 – инвестиционными проектами. По предварительным расчетам, общий объем финансирования, предусмотренных планом действий и проектов за весь период реализации с 2019 по 2025 годы, оцениваются в сумму более 712 миллиардов рублей. По информации Министерства экономики Тувы, в эскиз плана ускоренного развития республики, разработку которого на совещании 27 марта поручил премьер России Дмитрий Медведев, входят крупные инфраструктурные проекты. Это строительство железной дороги Курагино-Кызыл с продолжением в сторону Монголии и Китая, высоковольтная ЛЭП, а также сети экспортно-ориентированных автомобильных дорог. Кроме того, на прошедшем 20 мая в Кызыле выездном совещании рабочей группы во главе с Максимом Орешкиным в проект плана включена большая программа обновления социальных объектов и увеличения государственной поддержки сельхозпроизводителей. В Туве объявлен конкурс молодых управленцев «Лидеры Тувы». Это первый конкурс для молодых управленцев нового поколения. Целью конкурса является выявление, развитие и поддержка перспективных молодых граждан, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций. Цель конкурса – поиск, развитие и поддержка молодых управленцев, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих навыков. Создание системы выявления, развития и поддержки перспективных молодых граждан Российской Федерации, проживающих в Республике Тыва и обладающих высоким уровнем развития профессиональных, лидерских и коммуникативных качеств. Задачи – развитие участников конкурса профессиональных, лидерских и коммуникативных качеств, в том числе прохождение обучения и получение обратной связи от экспертов, создание коммуникационной площадки для обмена опытом между участниками, содействие их дальнейшему развитию и распространению лучших практик, формирование перспективного кадрового резерва из числа молодых граждан республики для рекомендаций в управленческий кадровый резерв. Участники – молодые граждане в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории Республики Тыва, включая студентов, обучающихся за пределами республики. В приложении – указ главы Республики Тыва об управлении конкурса. В овцеводческих и козоводческих хозяйствах Тувы завершился массовый окот, начавшийся в марте. Было получено и сохранено более 566 тысяч ягнят и козлят. Деловой выход молодняка на 100 маток составил в среднем по республике 84%. Лучший результат сложился в личных подсобных хозяйствах, где на 100 маток пришлось 85 голов сохраненного приплода, а также в племенных хозяйствах, которые довели сохранность до 90%. Большинство участников губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи», несмотря на отсутствие опыта, сумели довести выход молодняка до 92%. Так, лучшими по итогам окота были признаны кыштаговцы Тесхемского, Байтайгинского, Дзунхемчинского, Судхольского и Эрзинского района. У них сохранность ягнят и козлят составила выше среднего по республике показателя в 85%.
Аутсайдерами рейтинга стали Чадихольский и Чаохольский районы, в которых участники проекта показали выход молодняка менее 80%. В целом по республике план по приросту поголовья мелкого рогатого скота удалось выполнить на 105%. И о курсах валют. Доллар стоит 64 рубля 46 копеек, евро 72 рубля 19 копеек. Ашкахарекпа, Тандыбуза отличные наличные жетебернер, ставка ларна падрпен, Ашканы 15 минут полгожалу слер, отличные наличные, слер пискагалнер. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях, наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». Сегодня началась основная волна школьной государственной итоговой аттестации. В ТВ более 4700 девятиклассников сдали экзамен по русскому языку. В проведении экзамена в ТВ участвует 1405 человек. По всей республике организовано более 30 пунктов проведения итоговых испытаний. Экзамен по русскому языку комбинированный. Задания начинаются с прослушивания текста. Школьникам необходимо написать по нему изложение, затем решить тестовую часть и написать сочинение рассуждения. Чтобы девятиклассников допустили к сдаче государственной итоговой аттестации, они проходили итоговое собеседование по русскому языку в феврале. Собеседование состояло из 4 заданий – чтение текста, его пересказ, монолог по предложенной теме и участие в диалоге с экзаменатором. Экзамены продлятся до 14 июня. Крум Даниил, 5-й Б. 5-й Б. Сагвай, 1-й А. Школьники, которые не пройдут аттестацию или получат неудовлетворительные результаты, смогут пересдать экзамены с 25 июня по 2 июля. Для тех, кто не справится и в этот период, есть дополнительный – с 3 по 21 сентября. С 1 июня с 10 утра до 3 часов дня в медицинских организациях, а также в Министерстве здравоохранения региона будет проводиться оказание бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан, а именно малоимущим либо одиноким гражданам, доходы которых ниже прожиточного минимума, инвалидам первых и вторых групп, ветеранам Великой Отечественной войны, героям России и Советского Союза, героям труда, детям-инвалидам, сиротам, а также их законным представителям, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанных с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей. Лицам, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Усыновителям, гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в организациях социального обслуживания. Несовершеннолетним, которые находятся в учреждениях системы профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. И несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы. Ровно в 20:00 пограничники на всех заставах страны заступают в наряды и начинают пограничные сутки. Но на сегодня в наряд заступают даже те, кто уже давно не служит, потому что 28 мая в России отмечают День пограничника. Провели в 2017 году вот на этом месте первый боевой расчет. Это всероссийская акция. Так как у нас у пограничников сутки начинаются с 20:00, то есть следующие сутки заступания, то данный боевой расчет символизирует то, что у нас начинается 28 мая, то есть День пограничника. Это патриотическая акция, посвященная службе на границе, воспоминаниям нашим и тем, кто не вернулся с границы. День пограничника – фактически единственный праздник, который пограничники встречают вместе с семьями, поскольку в этот день, как правило, нет усиленной охраны границы. Но и в праздничный день пограничные наряды несут свою нелегкую службу.
Первый удар принимают пограничники. В Великой Отечественной войне в первую очередь погибли пограничники. Приняли удар, приняли бой. И поэтому мы считаем, что это принципиально, что на площади Победы должен стоять памятник пограничникам всех поколений. И поэтому мы добивались земли именно здесь. То есть вот 3 года назад, 19-20 августа, мы втроем, я, Маланов Артем и Сая Менгелен, решили, что мы будем заниматься вот созданием общественной организации. Но одними воспоминаниями тут не обойтись. Чтобы увековечить память пограничников всех времен, пограничное братство Тувы на протяжении нескольких лет обивает пороги для памятника. И наконец-то в этом году столичная администрация выдала место, где будет стоять стелла пограничникам. Вот на моей родине, в Улан-Удэ, городе Улан-Удэ, власти оборудовали сквер. Сквер пограничников, так и называется. Вот. А у нас вот здесь, вот в республике, где я в данный момент проживаю, просто даже стелы нету. Поэтому вот мы решили добиваться. В общественных организациях вот пограничного толка существует у нас два направления. То есть, поскольку мы общественная организация, и у нас все решается путем голосования, то есть люди считают, что в первую очередь нужно помогать живым. То есть есть организации, которые помогают детским домам, в частности, вот, опять-таки, в том же Улан-Удэ, они ведут шефство над домом инвалидов «Журавушка». Есть вторая партия, так называемая, которая считает, что мы не должны забывать о тех, кто был до нас. Вот, рядом представителем второй партии является вот сейчас нынешний председатель Игорь Лаукс, Игорь Николаевич Лаукс. Игорь Николаевич, он у нас пробил, то есть вот все, вся заслуга его, установку памятника на месте старого Кызыльского пограничного, ну не Кызыльского, а тогда Минусинского пограничного отряда, именно вот в Красноярском крае. То есть это сделал все он. На деле все оказалось не так, как братство себе представляло. Место есть и даже очень почетное, площадь Победы, но на этот раз не хватает денег. Устанавливать собирались на свои средства, первоначальный вариант у нас был достаточно скромный. Поскольку нам и говорили, что на много места не рассчитывайте, мы сделали бюджетный вариант. Но архитектура города, рассмотрев наш вариант, установила, что данный вариант не подходит архитектурно, не вписывается в архитектурный ансамбль данного места. И поэтому ими разработан и ими новый вариант мемориала. Мемориал очень хороший, сделанный очень профессионально, как бы слов тут нигде, но при этом как бы очень выросла его стоимость. Поэтому мы сейчас занимаемся сбором денег на установку данного мемориала. Впоследствии мемориал будет передан в муниципалитет города. Стелла должна стать визитной карточкой Кызыла и республики и примером того, как надо сохранять историческое наследие, говорят пограничники. Ведь Тува сама, являясь приграничным регионом, должна понимать роль пограничных войск. О людях в зеленых фуражках должны знать. Помнить и чтить память тех, кто охранял границы Родины от врагов. Стать частичкой истории очень легко. Нужно просто отправить любую сумму на расчетный счет или номер телефона на экранах. Просим всех неравнодушных принять активное участие в работе по установке этого памятника. А именно помочь и физически, и материально. По республике переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, мокрый снег, возможно гроза, днем без осадков. В Кызыле переменная облачность без осадков, ночью возможно гроза, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью порывы от 11 до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4 градуса, днем плюс 19, плюс 21 градус. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.